всем подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас рассказ будет о том, как строим теплицу под названием Легенда. Шириной 3, длиной 8 метров. Вот сейчас мы видим, собирается торец первый. Будет два торца перегородка. Там идет сборка каркаса. Пока что самое начало. Обо всем подробнее позже. Каркас у нас почти готов. Сейчас будем его выравнивать, крепить к бетону. И потом начнем уже крыть. Каркас у нас на месте. Выровняли, заанкерили. Приделали нижние уголки отливы. Все, начинаем крыть стены. Затем крышу. Стены мы покрыли. Сейчас идет подготовка листов для крыши. Теплица у нас практически готова. Сейчас будем крыть двери поликарбонатом. Форточные блоки устанавливаются термоприводом. И на этом все. Так что скоро мы закончим. Сейчас еще окончательно прокручивание термошарп идет. Все, у нас теплица готова. Пойдем смотреть. С одного торца у нас разрезная дверь, форточка стоит. Особенность данной теплицы. Это боковая дверь. Боковая дверь тоже разрезная. Тоже дверь, форточка. Там все на крючочке, только кирпичи пока мешают открыться до конца двери. Заходим, внутри у нас перегородка, две узкие распашные двери. Сделано очень удобно, занимают мало места. Каждая на своем крючке справится. Торцевая у нас форточка торцевая. Напоминаем, что теплица у нас Легенда 3х8. Каркас из профильной трубы 40х40. Покраска полимерно-порошковым способом. Дополнение идет с трубы 40х20, связи 20х20. Поликарбонат установлен 4 мм, 0,8 плотность. Все торцы у него защищены торцевым профилем. Также у нас имеется форточный блок в каждом отделении. Отделения у нас 3 и 5 метровые. Форточные блоки оснащены системой термоприводов. Пятиметровая секция. Все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока!